Так, закончил, короче, я колонку вот, собрал печку, собрал столик, все закрыл полиролью. Все, короче, сейчас сверкает, блестит. Сейчас печка стоит, еще пока не проверял, не греет, греет, не греет. Не знаю. Ну, здесь уже все. А я напоминаю, что ролик выполнен при поддержке компании 1xbet. Высокий профессионализм сотрудников, быстрая и качественная работа, а также множество спортивных дисциплин. Все это и многое другое компания 1xbet. Дальше, короче, я начал заняться бампером. Сейчас пойдем покажем. Так, что у нас тут с бампером? В общем, короче, я его снял. Видите, полностью пришлось его снять, так как заменять будем мы фары. Новую проводку здесь будем ставить. Здесь, потому что старый уже все. Где-то, вот видите, вот она уже отгнивает. Это 3 года назад, когда я купил эту машину, я вот эту проводку здесь менял. То бишь, провода, видимо, китайские, под солями, под грязью, долго не выдержали. Собственно, вот он, наш бампер. Хочу его подклепать в этой части. Вот, видите, тут слабенькие такие вот тогда пластинки я положил. Сейчас подрежу какие-нибудь хорошие и хорошенько его заклепаю. С этой стороны, ну, в общем, полностью буду его сейчас клепать. Вот эту часть, видите, сломала. Есть кусочки металла. Так, этот придется мне высверливать. Я его приклепывал, эту фару. Ну и, в принципе, встанет. Вот у нас новые фары. Я уже показывал. Абсолютно новая решетка есть. В общем, сейчас все увидите, как все это будет. Господа, всем привет! Очередное видео по ремонту МАНа. Сегодня у нас уже на календаре 21 декабря. И, как видите, все стоит, как и стояло. А почему, объясню вам. Потому что я до сих пор жду поворотный круг на вот эту тележку, которую уже удачно заказал с набережных Челнов. Он едет у нас и еще пока что едет. Группа
транспортная компания Байкал Сервис. Ребята, не заказывайте через них. Уже едет круг целую неделю. Сегодня звонил, только выезжает. Вот так вот опасно стоит прицеп. Это мы все будем потом домкратить, делать, чтобы это все более безопасно стояло. Пока под него лезть очень опасно. Видите, откатник стоит, все как положено. Ну, вроде никто туда не лазил. Грязный, правда. Ну, ладно, помоем потом. Подсказали мне уже компания Енот какая-то в Чурилово. Стоит уже ман чистенький, замороженный. Сегодня на улице у нас минус 20 где-то или 18. Точно не знаю. Как вам? Стоят оригинальные шахмановские новые фары. Бампер стоит крепко. По сей раз я его закрепил. Причем фары в этот раз я закрепил на болты насквозь. Да, пусть это будет страшновато, но зато это будет ходить и ходить. Вот здесь такая же у нас история. Оригинальная решетка, ребят. Туманку одну докуплю. Будет у нас две туманки. Поставим. Вот здесь я его переклепал, видите. Но это все мы подкрасим вообще, если потом... Захочу я заниматься, то я куплю бокситку, и бокситка это все дело заделаю. Вот, только у нас не подключены вот эти туманки, все остальное уже работает. Далее, что еще было сделано в теплом цеху? Поменен, получается, фильтр у нас на вебасту, и, то есть под солярку, это на автономке у нас фильтр поменен. Рулевая, все это мы сделали, колпаки, все это готово. Единственное, так, резина, крыло осталось закрутить, но мелочь. Задние фары еще сделаем, это мы потом, уже потом загоним, наверное, на выходные еще раз. И все это доделаем. На улице, как видите, холодно этим заниматься. Так, здесь, смотрите. Аккумуляторы снял, аккумуляторы у нас сейчас на зарядке стоят. Так, стоят, заряжаются. Один зарядился, полностью зарядку принял. Поднялась там вроде бы. Вроде бы поднялось там все. Так, по торсковрике помыл, уже успел замарать. Здесь я по торпеде все чистенькое, все наполированное, все заполированное. В общем, все отлично, все сделанное. Так что, ребят, ждем круг, собираем прицеп и, наверное, перед Новым годом еще съездим в какую-нибудь поездочку такую недальнюю, недалекую. Ну и, собственно, будем отвечать на Новый год. Поэтому до Нового года с меня еще как минимум пару выпусков видео, а с вас просмотры, лайки, комментарии и, в общем...